Добро пожаловать в наш отель. Убери от меня свой мокрый хвост, жалкий рубин. Это не я, это она. Без разницы. Тише, хватит. Мы хотим снять 3 номера. Вау, конечно, вот ваши ключи. Я первая. И это мой VIP-номер? Какой кошмар! Мы теперь соседи! Сделаем тройную кровать для всех. О, прекрасная идея! Ну ладно, за работу! Одна кровать есть. И вторая кровать сверху. Отлично. Тяжело. Давай, Рубин, ты сможешь. Рубин, Рубин! Стоп! Вперед, вперед, толкай! Может, вы встанете, наконец, с кровати? Прости. Готово. Ауч! Верхняя кровать моя. Оу, как же сюда забраться? Цивилизация давно придумала лестницы. О, нет, нет, нет. Упс, стул удобнее. Бедняжка, смотрите, она умеет летать. Ауч! Оу, не могу смотреть. Порядок, у меня есть план. Что она задумала? Сейчас вы увидите мою гениальную идею. Красота! Как здорово! Я хочу тоже покататься! Можно? Подожди, я первая. В чем дело? Можно мне попробовать? Ну давай, поднимайся. Лифт не работает. А! Упс! Подумаешь? Вставай, Рубин. На, пожуй. Обожаю пончики. Что же мне придумать? Есть решение. Я повешу здесь зеленый газон. Я спецагент декора. А вот мой символ. Изумруд. Красота. Вау, как здорово. Хочу себе такой же. Ну же, давай, камень, растягивайся. Получилось. Он даже светится. Ох, подумаешь, мой декор будет намного изысканнее. Оу, это не то. А вот это то, что нужно. Сияй ярко, как бриллиант. Ты знаешь, как работает эта штука? Да, легко. Сейчас покажу. Та-дам! Это просто... Нет, у меня не выходит. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, идем наверх. Вот так. Видишь, просто нажимаешь. Это легко. У тебя отлично получается. Готово. Хочешь попробовать? Нет, нет, спасибо. И пока. Упс. Рубин, ты в порядке? Да, почти. Эй, бриллиант. Это твоих рук дело. Помоги ей. Я? Нет. Ты, эгоистка. Давай, я помогу тебе выпутаться. Только не режь меня. Я закончила. Ух, ты спасла меня. Чем же мне тебя отблагодарить? Вот, держи это тебе. Спасибо. Что у меня в летней сумке? Какая картина? Здесь как раз есть место для всех троих. Так, хочу помочить хвостик в ванне. А вот и идеальное место для картины. Ракушки! Кстати, из этого получится милое украшение. Нанизываю ракушки на леску. И готово. Это не стена, а восторг! Изумительно. А я использую сетку. Морская звезда,
Я говорю тебе да. Что происходит? Это бриллиант, Спин. Все понятно. Но я могу этим воспользоваться. У нее точно найдется что-нибудь интересное. Прекрасно. Как раз то, что мне было нужно. Идея. Озеленение плющом. О, фу, это слишком живая природа. Но смотрится симпатично. А, нет, нет, нет. Упс, я перестаралась, прости. Зеленый цвет мне не идет. Вот теперь никакой плющ ко мне не заползет. Превосходно, Рубин. Какой красивый забор. Да, это я сама сделала. Оу, не та сторона кровати. Оу, я ведь тоже могу упасть. Нет, мне тоже нужен заборчик. Так намного безопаснее. Но я должна больше сиять. Добавим камней. Теперь все красиво и безопасно. Можно расслабиться. О, бриллиант, у тебя новый стиль. Тебе очень идут эти усы. Что? Какие усы? У меня нет усов. Усы? Какой ужас! О, ты недовольна? Мое зеркало? Это к несчастью. Смотри, у меня такие же усы, как у тебя. Мы с тобой сестры по усам. Я бы не стала этому радоваться. Держи. Это подарок для тебя. Спасибо. Ну что тебе еще? Эта ракушка слишком мала для меня. Вот так получше. А теперь натру ее до блеска. Еще больше блеска. Вау! Эй, смотрите на мое красивое новое зеркало. Вау! О, неплохо. Смотрите, какое оно шикарное и удобное. У вас такого нет. Ну и воображала. Эй, Рубин. Хватит восхищаться, займись делом. Бе-бе-бе, ня-ня-ня. Чего-то не хватает. О, есть идея. Немного фантазии, и мой светильник готов. Что? Отличная песня. Вау! Ай, свет слишком яркий. Мои глаза. Рубин, но у тебя и вид. В чем дело? У меня хвост. Это очень забавно. Фото на память. Не снимай. Ты чего? На себя посмотри. Не может быть. Мы превратились в русалок? Да, мы русалки. План комнаты для самоцветов уже устарел. Нужен новый план для самоцветов русалок. Юху, быстрее! Рисовать хвостом так весело. Кто-то звонит. Привет. Рада тебя слышать. Не поверишь, что со мной произошло. Подсказка, чешуя и плавник. Бриллиант снова бездельничает. Эй, помоги мне. Ты чего? Я тоже рисую. Здорово. Давай скорее строить. Вот здесь прикручу балку. Лишнее отпилю. Начало положено. Зачем все усложнять, если можно воспользоваться магическим планшетом? Я покажу. Эту деталь перевернуть. Все просто. Здорово. Дай мне, я тоже хочу. А теперь соберем всю конструкцию. Раз, два, три. Дай мне попробовать. Стой, ты чуть не удалила всю постройку. Фух, хорошо, что можно все вернуть. Не даете мне строить? Получайте. Мы русалки, и у нас все получилось. Я сейчас. Кому нужен матрас? Спасибо. Какие они тяжелые. Не для меня. Хорошо иметь суперсилу. Пора здесь все украсить. Немного магии, и на стене висит гирлянда. А я добавлю фатин. Потрясающе. Изумруд, что у тебя? Я превратила кровать в морское дно. Вау, как красиво. Хорошо, что у меня уже есть рыбки. О, Рубин. Твои рыбки уплыли. Нет.
Ого! Пожалуйста, успокойся. Мы можем тебе украсить кровать. У меня есть сетка. И кораллы. Спасибо, подружки. Мы русалки. Спасибо, изумруд. Спасибо, бриля. Где она? Я здесь. Немного поколдую. И вокруг меня уже плещутся волны. Что там еще? Это мы! Вау! На нас я могу смотреть вечно. У меня есть идея. Нам нужен бассейн. Бомбочка! Умоляю, не прыгай. Не делай этого. И мы снова русалки. Не хватает водной горки. Вам нравится? Никаких горок. Ладно, пока горка. Что это? Краб? Как ты сюда забрался? Украсишь мою кровать. Отлично. Минутку. А где моя серьга? Здесь нет. И здесь? Может, под подушками? Ничего. Изумруд? Прости. Я знаю, мне нужно больше света. Включаю эксклюзивный светильник. А вот и моя сережка. Нашлась. И мне не помешает обновить декор. Портал, открывайся. Привет, поделишься мыльными пузырями? Нет. А в обмен на заколку с бриллиантами? О, да, спасибо. Мыльные пузыри? С помощью магии я превращу вас в восхитительное украшение. Что новенького в мире? Корона для русалок? Хочу! О, да! Она идеально мне подходит. Эй, а кто платить будет? Я уже дочитала. Что не так со страницами? О, нет, откуда этот штормовой ветер? На помощь! Меня сейчас унесет! Бриллиант, пожалуйста, выключи фен. Что? Не слышу. Фен? Бесполезно. Сообщение. Кто это может быть? Посмотрим. Приглашение на свидание. Свидание, но нам нужна бьюти-зона. И где ее устроить? Подружки, я все продумала. Столик для макияжа готов. Я первая. Ну уж нет. Водяная атака. Я в этом не участвую. Столик мой. Убери свой хвост. Девочки, не ссорьтесь. Давайте успокоимся и посмотрим, кто нам написал. Этот администратор решил нас одурачить. Его нужно проучить. Привет. Нас ждешь. Упс, я попал. Не уйдешь. Вот ваша новая комната. Осталось только заплатить. Конечно. Вот изумруд и рубин. Этого недостаточно. В сторону. А вот кольцо с бриллиантом. Все еще не хватает. Огромный бриллиант. Вау. А вот ваши ключи и инструменты. С новосельем. Заходим, девочки. Куда мы попали? Не комната, а кошмар. Здесь нужно прибраться. А может, нам построить секретную комнату? Набросаю приблизительный план. Нужно место для бриллианта, рубина и для меня. Дай посмотреть. Готово. Что скажете? Для тебя построим второй этаж. Вот здесь будет кровать. Как скажешь. Как все запутано. Вы куда? Я нашла лестницу. А я строительные материалы. Я помогу навести порядок. Убираем все лишнее.
Я помогу. Вау! Мы это сделали. Начинаем строить каркас. Я принесу еще материалы. Почти донесла. Какие тяжелые. Стройте, если вам больше нечем заняться. Ты держи, а я буду прикручивать шурупы. Получилось. Можно мне попробовать? Конечно. Они так стараются. Мы это сделали. Осталось поставить каркас на место. Двигай. Я не понимаю, зачем столько хлопот? Почему вы не воспользовались магией самоцветов? Это очень упрощает процесс. Попробуйте сами. Упс. Второй этаж мой. Ну уж нет. Второй этаж мой. Камень, ножницы и бумага. Все время камень, как всегда. Я первая. Ну уж нет. Я вас остановлю. Второй этаж мой. Ладно. Здесь слишком высоко. Без помощи не подняться. Нужна табуретка. Нет, табуретка не помогает. Бесполезная вещь. Бриллиант! Не расстраивайся. Мы сделаем для тебя лестницу. Готово. Вау! Настоящая лестница! Что-то пошло не так. Ну, конечно, лестницу нужно закрепить. Сделано. Спасибо. Красный мой любимый цвет. Перекрасить каркас – отличная идея. А я перекрашу все силой магии. Быстро и просто. Вау! Мне понадобится матрас. Что скажешь, не слишком монохромно? По-моему, идеально. Мне тоже нужен матрас. Это мой матрас. Теперь он мой. Верни его мне. Нет. Как хочешь. Но тебя ждет сюрприз. Ай, какой неудобный матрас. Так и быть, забирай его себе. Какая щедрость. Спасибо. Изумруды. О, да. Это мои. У меня будет самый мягкий матрас. Ну вот, только я осталась без матраса. Не плачь, будет матрас и для тебя. Вау! И плед. Ай, спасибо. Пожалуйста. Моя кроватка готова. Чего-то не хватает. Придумала. То, что нужно. Привет. Меняю кольцо на фату. Настоящий бриллиант. Я согласна. А фату забирайте. Спасибо. Из фаты получился шикарный балдахин. Добавлю свет. Этого освещения мне мало. Открываю портал. Привет. Я возьму бриллиантовую люстру. Как скажете... А кто будет платить? Этого хватит на 10 люстр. Я богат. Замечательно. То, что нужно. Вау! И мне не помешает люстра. Портал. Снова. Держи. Но зачем мне туалетная бумага? Забирай. Надоели эти порталы. Нужно ей помочь. Портал? Бриллианты закончились. Мне нужно вот это. Забирай. Спасибо. Рубин, это тебе. Вау, спасибо, бриллиант. Чудесный светильник.
была рада помочь. Как создать светильник из изумруда? Заклинание роста получилось. Вау! Я тоже хочу вырастить светильник из рубина. Рубин, превратись в светильник. О нет, ничего не вышло. Не расстраивайся. Давай украсим стену возле кровати. Давай. Что они задумали? С молотком надежнее. Что за шум? Никак не сосредоточиться. Когда это закончится? Со стеной мы закончили. Немного магии, и у нас есть микрофон. Начинаем концерт. Я тоже люблю петь. Становись в очередь. Это невозможно вынести. Мне нужна штора, чтобы отгородиться от этого шума. Вот теперь можно спокойно почитать. Давай пить вместе. Девочки, куда они подевались? Я хотела показать свою комнату. Сообщение. У подружки день рождения. День рождения. Ясно. День рождения? Нужен подарок. С днем рождения, подружки. Вау, подарки. Подушка рубин. Подушка изумруд. Подушка бриллиант. Самая лучшая. Моя подушка самая удобная. Твое место здесь. Но куда деть все эти вещи? Знаю. Нужна полочка. На ней поместятся все мои любимые вещицы. И мои. И мои, спасибо. Какая наглость. У меня родилась идея. Не так быстро. Сперва заплатите за хранение вещей. Ладно, держи. Забирайте. Мне нужна собственная полочка. Украшу ее немного. И у меня будет своя полка. Мою полочку тоже украсят изумруды. Потрясающая рамка для фотографий. Вся в драгоценных камнях. Она моя. Нет, моя. Вот деньги, как договаривались. Картина теперь ваша. Девочки, это наш шанс. Бежим. Куда теперь? К выходу. Где это мы? Похоже на колледж. В класс, быстрее. Бриллиант в другую сторону. Вау, настоящий колледж. Новенькие за партой, сейчас же. Хорошо. Стой. Эти парты слишком скучные. Нам нужны особенные парты. Ведь мы не просто ученицы. Мы девочки драгоценности. Открываю портал. Краску поставлю здесь. Мой любимый цвет. И где ведро? Ничего не понимаю. Краски и кисточка есть? Захвачу еще стройматериалы. Подкрашу здесь и здесь. И парта изумруд готова. Мило. А я воспользуюсь магией драгоценных камней. Отличный результат. Рубин что-то задумала. О нет, только не это. Не дай ей чихнуть. Успели. Рубин, мы тебе поможем. А ты пока отдохни. Сделано. Спасибо, девочки. Во что вы превратили парты? Это изумительно. Всем ставлю отлично. Мой новый маникюр бесподобен. Но я не слышу восторгов. Изумруд, можно я возьму твой маркер? Ага. Странно. Рубин, ты ничего нового не замечаешь? Бриллиант, ты в порядке? Бесполезно. Изумруд, сделаешь красивое фото моего маникюра?
Конечно. Спасибо. Нет, чего-то не хватает. Знаю. Мне нужен новый браслет. На основании из гвоздей в форме кристалла наматываем ювелирную проволоку. Плоскогубцами добавляем рельеф. И побольше кристаллов. Соединяем фурнитурными колечками с камнями. Браслет готов. Идеальное фото. Загрузить в Инстаграм. Что? 3 лайка? Как такое может быть? Рубин? Серьезно? И кому это может нравиться? Неважно, главное, это работает. О, я тоже хочу быть в тренде. Я что-то забыла. Привет, а где твой ланч? Мы хотели перекусить. Ланч, вот что я забыла. Выход есть, стикеры для напоминаний. Не забудь про ужин и про помаду. Спасибо, это очень любезно. Пора на урок. И она забыла стикеры. Я что-то забыла. Стикеры? Точно. Спасибо. Нужно сделать для них чехол. Согласна. Из голографического картона вырезаем шаблон кристалла. Держи, пригодится. Клеим на глиттерный фоамиран. Собираем конверт и вкладываем стикеры. Чехол готов. Не совсем. Добавь цепочку, так он всегда будет при тебе. Спасибо. А если мы устроим маникюрную вечеринку? Отличная идея. Невероятно. Это они, девочки драгоценности. Я ваша фанатка. Я пересмотрела все ваши ролики. Можно ваш автограф? Конечно. Упс. В мусор. Не так быстро. Я починю карандаш. Но жди здесь. Мне нужно рабочее пространство. Этот стол подойдет. Вырежу детали. Из голографического картона по шаблону вырезаем кристалл. Не спеши. Готово. Точилку. Прошу. Крепим к точилке. Скотч. Нижнюю часть декорируем металлизированным скотчем. Подточим карандаш и поставим автограф. Это тебе. И точилка изумруд на память. Какая эмоциональная. Ей нужно помочь. Ты в порядке? Спасибо. Я вас обожаю. Каникулы, наконец-то. Веселье начинается. Начнем с качелей. Каникулы – это замечательно. Вот вы где. Попались. Возвращайтесь в картину немедленно. Это они! Самые популярные девочки в колледже. Сестрички драгоценные камни. Фанаты уже здесь. Что будем делать? Бежать. Ай! Ой! Я с вами. О, нет. Мы их скоро не увидим. Эй, это еще что? Нужно закрыть. Хорошо, что никто не пострадал. И куда мы попали? Мы упали оттуда. И портал закрылся. Настоящее приключение. Куда она снова? Смотрите, я нашла планшет. Вот чем мы можем здесь заняться. Поиграть в салочки. Места маловато. Нет. Ладно, сыграть в бейсбол. Я буду отбивать. Точно нет. Хорошо, третий вариант. Построить секретную комнату. Это уже интересно. Тут даже строительные материалы есть. Нужно рассчитать угол наклона и площадь. Прекрати, ты все усложняешь. Зачем, если можно использовать наши суперсилы? Шуруповерт и защитный шлем. Отличное начало. Смотрите и учитесь. Ровнее держи. Браво, бриллиант! Давай же, у меня почти получилось. Я в тебя верю. Готово. Упс. Я попробую. Ай! Это кнопка? Нужно нажать. А, землетрясение!
Рубин, отличная работа. Скорее вставай. Благодаря тебе у нас есть каркас комнаты. Мой матрас красный. У меня серебряный. У меня зеленый. Минутку. Приклей его здесь. Ребята, закройте глаза. Открывайте. Та-дам! Вау! Получилось очень красиво. Я тоже сделаю себе камни. Это мне ни к чему. Парочка кристаллов, бриллиантовая крошка и лак для ногтей с перламутром. Ой-ой, опасность. Что ты здесь? Прячься! Вот это бабахнуло! Вау! Ты это видишь? Восхитительно! Ты добавила слишком много. Ой, ладно. Моя кровать самая красивая. Это была моя идея. Мне очень нравится. И у меня есть идея. Попробую. Да, получилось. Но мне нужно больше рубинов. Потрясающе. Как она это сделала? Хочешь попробовать? Ну нет, фи. Мы это сделали. Да, дай 5. Попалась. Мне туда. Ай, о нет. Что это такое происходит? Почему все вокруг стало красным? Я не понимаю. Ребята, а вы знаете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я наверх. Ой, слишком высоко. Самой мне не забраться. Изумруд, помоги. Давай, прыгай. Не получается. Никакой от тебя пользы. Найду в интернете лестницу. Это миленькая. Заказать. Да. Нет, она крошечная. Сестры, чего кричишь? Рубин, можешь увеличить лестницу? Попробую. И раз, готово. Спасибо, пошутила. Не смешно. Поднимаюсь. Чего-то не хватает. Изумруд, подай мою сумочку, пожалуйста. Эту лови. Ай, вот спасибо. Резинка. Сделаю из нее балдахин. Замечательно. Изумруд, что ты делаешь? Эта доска достаточно крепкая. Тут распилю, здесь закреплю, покрашу и украшу. Полочка для книг готова. Любопытно. А куда деть мою косметику? Приклею к стене. Выглядит не очень. Сестренка, сделай себе полочку. Из этой доски, ну как? Есть идея получше. Портал! Полочка для косметики. Это мне подходит. Заказать. Что? Кто потратил мои деньги? Бриллиант? Спасибо за подарок. Ладно, пожалуйста. Куда сложить все мои вещи? Оставлю здесь. Ой, бриллиант. Да. Посмотри, какой у рубин беспорядок. Есть идея. Закажем полочку. Это? Нет. Это? Нет. Это? Да. Заказать. Ваша посылка. Спасибо. Какой тяжелый сундук. Рубин? Да, это тебе. Вот спасибо. Милый сундучок. В него идеально поместятся все мои ценные вещи. Что-то мешает сидеть. Вот он, огромный кристалл. Хм. Есть идея. Бам! Вау! Украшения из кристаллов мои любимые. Пора спать. Что за шум? Невозможно уснуть. Что-то вы устроили. Мы сияем, мы мерцаем. Как строить секретные комнаты, лучше всех знаем. Хватит, остановитесь, я не могу заснуть. Нужно что-то придумать. Знаю, немного магии. И маска для сна готова.
И наушники, они защитят от любого шума. Вау, вот спасибо. Сладких мне снов. О нет, они снова устроили концерт. Сколько можно? Упс, показалось. Буду спать дальше. По-моему, мы отлично потрудились. Селфи? Смотрите, я нашла конфетки. Мне красная. Нет, не ешь. Вкусно. Тогда и мы попробуем. Я больше не изумруд. А где бриллиант? Она исчезла. Эй. Может, она исчезла в портале? Идем за ней. Изумруд до сих пор не вернулась. Ее нужно найти. Простите, вы не видели эту девушку? Эту? Конечно. Видим прямо сейчас. Нет, нас трое. Это наша сестра. Они нам не помогут. А где продавец? Ау, кто-нибудь? У меня обед. Дайте поесть спокойно. Упс, простите. Здесь сестры нет. Подскажите, вы видели здесь нашу сестру? Видел. Она пошла вон туда. Спасибо. Поспешим. Они поверили. Я выберусь отсюда без труда. Изумрудный ноготь не подведи. Эта веревка меня не удержит. Вот и все. Свобода. Упс. Надумала сбежать? Ты меня не остановишь. О, нет. Даже не пытайся. Может, Изумруд отправилась домой? Сестренка, ты здесь? Здесь ее нет. Спокойствие. Есть способ понадежнее. Сканирую комнату. Нашла? Сестры здесь нет. И что нам делать дальше? Бейли! Я знаю, что делать. Бейли, милая, ну что? Я помогу. Доверьтесь моему нюху. Это рубашка Изумруда. Найдешь ее след? Скорее, за мной! Поспешим! Привет, соседки, как дела? Мы ищем сестру, привет! Простите, я такой неловкий. Мы поможем. Вот и ваши покупки. Какая странная туалетная бумага. Вся в драгоценных камнях. Не обращайте внимания, это пустяки. А за сестрой вам лучше обратиться в полицию. Точно. Приветствую, чем могу помочь? Мы ищем сестру. Вы ее нашли. Вот же она. Дело закрыто. Нет, у нас есть третья сестра. Одна, две, три. Хватит меня путать. Уходите. Нужно его мотивировать. Только представьте, вы найдете сестру, и мы дадим вам много пончиков. Очень много пончиков. Пончики. Я в раю. Очнитесь и займитесь поисками. Уже бегу. Ура, он ее найдет. Что? Почему вы вернулись? Я нашел то, что искал. Свежий пончик. А ваша сестра подождет. Это не наш вариант. Он нам не поможет. Ай, простите. Идите, идите. Ну ладно. Я хочу есть. И чего бы тебе хотелось? Копченый угорь, прошутто с трюфелем. Хватит, я сам выберу. Заказать? А вот и доставка. Ваш заказ? Спасибо, вот деньги. А это кто? Не твое дело, забирай деньги и уходи. Если вы настаиваете. Сэндвич. Но мне нужны свободные руки, иначе я не смогу есть. Не волнуйся, я использую телекинез. Приятного аппетита. Вкусно. Может, Изумруд пошла за покупками? Она может быть где угодно. Спокойно. Я смотрю каждую полку. Рубин? О нет, теперь и она исчезла. Я здесь, сестра! О, новое печенье, попробую. Добрый день, сегодня я возьму только это. Вау! Привет!
нет. Что это? А, отдай печенье. Упс, неловко вышло. Сестра, она со мной. Минутку. А кто будет платить? Ну ладно, я заплачу. Этого хватит? Пойдем отсюда. Чего уставились? Это мой бриллиант. Пришло время познакомить тебя с моей коллекцией драгоценных камней. Не хватает только изумруда, бриллианта и рубина. О, нет, мои сестры в опасности. Вернемся туда, где видели сестру в последний раз. Клей объявление там, а я здесь. Сообщение от изумруд. Ну вот, связь не ловит. Нужно поймать сигнал. Не получается. Есть идея. Какая? Налево, направо. Мой телефон! Ты его разбила! Кажется, я осталась одна. Это мой шанс. Нужно поскорее выбираться. Отлично. От веревок я избавилась. Сестрички, я иду. Упс. Далеко собралась? Решила немного прибраться. Здесь так пыльно. Возвращайся, я тебя не выпущу. И пыль смету. Эй, ребята, помогите, пожалуйста. Изумруд, ты дома? Никого. Я проголодалась. Приготовлю перекус. Конфетки. Вкусно. Зеленая. Изумруд только их и ела. Где же ты, сестренка? Нам плохо без тебя. Идея. Как кладоискатели добывают драгоценные камни? Это может сработать. За дело. Раз, два, три. Мы найдем тебя, изумруд. Дом, милый дом. Что? Серьезно? Что вы себе позволяете? Упс, простите. Вы испортили мой кофе и потолок в придачу. Мы все компенсируем. Вот этого достаточно? Вау! Вполне. Отлично, пока. Нужно подумать. Сестра – драгоценный камень. Ее могли сдать в ломбард. Бежим! Изумруд, ты здесь? Не она? Нет, снова нет. Здесь есть все, что угодно, только не изумруд. Позвольте, но что вы делаете? Прекратите, я звоню хозяину. Босс, здесь буйствуют две обезумевшие, нужна помощь. И что конкретно вы ищете? Разрешите, я это заберу? Конечно, подожди. Где-то я его видела, но где? У нас нет времени. Нужно скорее найти сестру. До скорой встречи. Сестры, я здесь. Где я могла его видеть? Тайлер, я приготовил сюрприз. Закрой глаза. И исчезаю. Босс, вот это сюрприз. Вот я и дома. Возвращайся на свое место. Понравилась прогулка? Мне очень нужно в туалет, пожалуйста. Ладно, идем. Предупреждаю, я буду охранять дверь. Отлично. Мой телефон на месте. Сестрички, меня похитил сосед, спасайте. Почему так долго? Она там что, застряла? Я все. Наконец-то. Мы никогда не найдем сестру. Мы уже все испробовали. Еще не все. Это служба спасения. Изумруд пропал. Это бесполезно. Прощай, сестра. Сообщение. Это изумруд. Ее похитил сосед. Скорей за ней. Теперь довольна? Сейчас ты снова станешь камнем. О, нет, не хочу, пожалуйста. Тебя никто и не спрашивает. Огромный изумруд. Кто там? Попался. Это он украл нашу сестру. Ты сейчас за все ответишь. Нет, не надо, только не попкорн. У меня на него аллергия. А, Белоснежка, за что? Развяжите меня. Нет.
Эль поступил очень плохо. А сестру мы забираем. Спасите!